Озвучил Зозя. Я выйду в лайф. Хён, не хочешь вместе? Почему? Вчера, почему же я выключил лайф? Тогда я был пьян и сразу лег спать. Спрашиваете, почему я сижу дома в куртке? Я сейчас пойду ужинать. Мой друг Питер приехал в Корею, так что мы решили вместе поужинать. Так что пару часов назад я с ним встретился. Ему вдруг нужно было ненадолго вернуться в отель. Поэтому я тоже решил пойти домой. И вообще, сначала я планировал немного вздремнуть. Днем просто не получилось поспать. Но в итоге все-таки вышел в лайф. Потому что захотелось провести его. О, у меня нет зарядки. У меня сейчас 6% зарядки на телефоне, так что мне надо его зарядить.
поэтому придется мне отключиться. Эй, да, я к вам еще вернусь.